Друзья мои, всем большой привет! С вами Ирина Смогилова, и сегодня хочу вам показать свой заказ Avon. Это первый заказ 2023 года, самый-самый первый, такой, наверное, самый запоминающийся. И, к сожалению, запоминаться он будет мне не какими-то классными подарками, классными скидками, акциями, а запомнится он мне очень сильным таким разочарованием. Я вам сейчас все объясню, наверное, прям с этого. Нет, давайте об этом поговорим в конце, иначе настроение у меня испортится, и я буду как-то предвзято относиться к другим продуктам, которые у меня есть в заказе. Поэтому в конце обязательно покажу новинки, как раз-таки связанные с новинками февральского каталога, расскажу, вернее, о своем разочаровании. Заказ я делала по январскому каталогу. Он выглядел вот таким образом, такой очень летний. Я еще в прошлый раз обратила ваше внимание на то, что визуально это очень не похоже на январский, на зимний каталог. Ну да не страшно. И следующий каталог вам тоже покажу. Это уже февральский каталог, как раз-таки вот новиночка, парфюмерная новиночка, которая будет представлена именно в февральском каталоге, который я себе заказала по фокусу. Я вам тоже ее обязательно покажу. Мы с вами ее вскроем, обязательно послушаем. И я скажу свое мнение, понравилось, не понравилось. И вот такой тоже, кстати, абсолютно не зимний каталог с цветами, очень такой яркий. И также мне еще пришел такой, ну не то что мини-каталог, наверное, все-таки такая брошюрка «Выбирай подарки» на 8 марта и 23 февраля. Действовать он будет с 1 февраля по 14 марта. Здесь очень много, ну, разных предложений. Я пока не понимаю, насколько они выгодны, но предложения интересные, именно такие подарочные. Давайте я начну с пакетиков. Я себе всегда заказываю подобные пакетики, потому что мне важно и нужно отдавать заказы именно в фирменных пакетах. Мне кажется, это очень красиво, очень эстетично отдавать заказы именно в фирменных пакетах, в красивых пакетах. Ну, по крайней мере, я уверена на 100%, что принимать заказы в таких пакетах намного более приятно, чем в каких-то обычных других абсолютно не брендовых пакетиках. И, конечно, заказала еще более меньшего формата. Вот такие тоже пакетики, они все одинаковые. Кстати, в этом году их не меняли. Обычно каждый год они немножко меняют дизайн. Но в этом году они, по-моему, остались такими, как и были. Начнем, давайте, также, как обычно, самого крупненького в заказе. Вот такой мне заказали гель для душа. Это Avon Senses гель для душа с ароматом малины и черной смородины. Здесь 720 мл, очень прикольная баночка, ее поменяли, формат самого, получается, флакона поменяли, мне так больше они нравятся. Здесь есть вот такой вот дозатор, что тоже очень-очень удобно, потому что 720 мл такой флакончик не легкий, я вам так скажу. Поэтому очень удобно, что брать его в руки не нужно при использовании, а можно просто пользоваться вот этим дозатором. И, кстати, также вам хочу сказать, что это, наверное, самый-самый часто попадающийся, часто заказывающийся гель в моих заказах. То есть вот именно этот аромат у меня, по-моему, чаще всего в заказах появляется. И я этим ароматом тоже пользовалась, то есть именно таким гелем для душа с ароматом малины и черной смородины. И подтверждаю, что он просто обалденный по красоте, обалденный по своему аромату, и он действительно стоит того, чтобы вы на него обратили свое внимание. Идем с вами дальше. Следующее, что у меня в заказиках есть, это, кстати, тоже Avon Senses. Это у нас лосьон-спрей для тела с ароматом орхидеи и черники, освежающий. И называется данный аромат «Бархатное прикосновение». Здесь 100 мл. Это, по-моему, недавняя такая новиночка, потому что подобного аромата не было. И следующий спрей, то есть у меня их два в заказе. Это то же самое «Малиновое удовольствие» лосьон-спрей, тоже с ароматом малины и черной смородины. Вот посмотрите, да, как я уже сказала, подтверждение моих слов, что этот аромат прям наиболее любим моими клиентами. Давайте прям подряд буду показывать, потому что, как выяснилось, сейчас открыла коробочку и поняла, что у меня, в принципе, не так много продуктов в этом заказе. Сумма получилась не маленькая, а она за счет именно парфюмов. У меня несколько парфюмов в этом заказе, и, получается, остальных продуктов довольно-таки мало. Следующее, что мне заказали, это Food Works восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп. Хорошее средство, вообще сама линейка очень-очень хорошая, сама ее люблю и сама ею уже очень давно я активно пользуюсь. И они, вот эти всевозможные кремики, у меня тоже очень и очень часто попадают в мои заказики. Кстати, на них бывают очень хорошие акции, тоже обязательно присмотритесь. Дальше вам покажу парфюм, который у меня заказали. И, к сожалению, естественно, я его не могу открыть. Но это один из моих любимейших мужских именно парфюмов. Full Speed, именно классическая его версия, стандартная его версия. Потрясающий вид у этого флакона, потрясающий аромат. Вот действительно очень люблю. И, между прочим,
вся, практически вся линейка мне очень хорошо заходит. Вот эта мужская линейка от Full Speed. У нее потрясающие ноты, они одновременно и резкие, и есть какие-то, как вам сказать, нотки нежности, наверное. То есть эти ароматы не удушающие, они освежают, они бодрят. Это удивительное сочетание. Вот именно эта линейка, наверное, мне больше всего нравится у Avon. И, кстати, чаще всего мне заказывают именно классическую версию Full Speed. Дальше вам покажу наборчик, который тоже, между прочим, очень часто попадает в мои заказы. Это Incandescence. Очень классный, очень вкусный аромат. Первые ноты у него довольно яркие, довольно такие резкие. Но потом верхние ноты выветриваются, и аромат становится сладеньким. Не приторным, но сладким. Как мне кажется, здесь есть в нотах цитрус, который очень легко угадать. Вот, кстати, я сейчас говорю, но при этом ноты я не смотрела. Это по моим ощущениям, да, наверное, даже не по ощущениям, а больше по воспоминаниям у меня, потому что есть данный парфюм именно вот в таком спрее. А это все-таки немножко не то. Именно как парфюмерная вода будет аромат звучать абсолютно по-другому. Но я не перестаю его любить. И он у меня всегда должен в каком-нибудь виде быть. В данном случае, как я сказала, у меня, по-моему... А, нет, вспомнила, у меня еще есть в ручке, именно в роликовом аппликаторе. Очень люблю аромат. И он, между прочим, тоже самый-самый любимый, наверное, самый часто повторяющийся в моих заказах. В этот раз опять этот ароматик у нас... У меня, вернее, в заказе есть, и он не один, он шел наборчиком. То есть была вот такая вот туалетная водичка. Очень красивый, кстати, флакон у него. Не раз говорила, что сделан в виде солнышка. Посмотрите, какие лучики. И сама жидкость, она, видите, такого желтого цвета. Очень яркая, солнечная. И очень оригинальный, как мне кажется, флакон. Вот такое прям круглое солнышко. И также в этом наборе шел дезодорант. Шариковый дезодорант, такой же Incandescence. Он, как вы видите, без коробочки, просто отдельно два были продукта в этом наборе. Следующий продукт я заказала сама себе. Это линейка Avon Works, и это крем для удаления волос на лице. Очень классный крем. Здесь довольно небольшой объем, 15 мл, но его хватает, ну, минимум на полгода, это точно. Очень хороший крем. Держать его нужно всего на лице 2,5 минутки. Он замечательно все убирает. И если вы не передержите время, то есть если вы будете полностью соответствовать инструкции, которая входит в эту коробочку, то никаких покраснений, никаких раздражений вы на лице не увидите. Прекрасно работает, очень его люблю. Закончился у меня как-то, я в последнее время пользовалась другим кремом подобным, но все-таки решила вернуться к нему, потому что это прям моя любимка уже, наверное, года 2 или 3. Если у вас есть в этом необходимость, именно в данном кремике, то я от всей души советую к нему присмотреться. И советую даже не то, что присмотреться, я советую его попробовать. Он стоит того. Следующее, что вам покажу, это тушь Avon Legendary Lens. Тушь хорошая. У меня такая тушь была, она закончилась. Мне очень-очень нравилась она. У нее силиконовая кисточка. Я, к сожалению, открыть и показать вам не могу, потому что заказывала не я себе. Но действительно тушь очень интересная. Помимо всего прочего, помимо то есть, хорошей как бы, формулы самой туши, хорошей щеточки и прекрасного эффекта на ресничках, мне очень хочется отметить, что она просто потрясающая визуально, потому что чаще всего тушь у нас ну, какие-то в таких тюбиках неприметных, черных, коричневых, синих, а здесь прям такая яркость, очень красивый, яркий, блестящий колпачок и сама тушь нежно-розового цвета. Мне очень импонирует именно вот такой визуальный вид туши, прям приятно ее брать. От себя тоже могу посоветовать, потому что, как я уже сказала, такой тушью я пользовалась. Дальше хочу вам показать целый такой кулачок, целую ручку пробников. Это как раз-таки новинки парфюмов. Я их здесь вот так вот положу, пусть они лежат. Новинки парфюмов, то есть это новинки февральского каталога. Я их заказала по фокусу, поэтому сейчас обязательно вам их покажу. И, как вы понимаете, все эти пробнички, они уйдут, конечно же, на подарок моим клиентам. Также пробники у меня пришли вот в таком оформлении. Это у нас... Today туалетная водичка, 87% ценителей премиальных ароматов рекомендуют парфюмерную воду Today для нее. Очень люблю, когда пробники приходят именно в таком варианте, очень красивом, потому что здесь и про аромат информация обязательно пишется, и ноты основные пишутся. Мне вот намного приятнее именно такой подарок класть, чем вот такой маленький обычный пробничек. Очень мне нравится, очень красиво смотрится. Это один пробничек у меня такой пришел. И еще один пробник. Это уже Attraction. И здесь уже 90% ценителей премиальных ароматов рекомендуют ароматы
Avon Attraction. И здесь давайте посмотрим, какой именно аромат, потому что их тоже целая линейка. И здесь у нас обычный получается, да, обычный Attraction для нее и для него. Здесь у нас уже дуэт из ароматов мужского и женского, то есть это такие вот парные пробнички. Ну и теперь мы переходим к самому интересному, и это интересно параллельно является моим разочарованием, о котором я говорила вам в самом начале видео. И давайте расскажу, ну постараюсь как минимум вкратце рассказать, что же произошло. Я всегда, ну по крайней мере очень часто старалась заказывать новинки парфюмерии заранее, то есть по фокусу, по журналу для представителя. И там они всегда были дешевле, то есть там было действительно выгодно взять аромат, который только-только появится в следующем каталоге. И я такие ароматы брала для того, чтобы и самой познакомиться с ароматом, как бы свое мнение иметь, да, в случае, если меня спросит клиент. Ну и в том случае, чтобы у меня, по крайней мере, была возможность познакомить с этим ароматом моих клиентов, если, опять-таки, такая необходимость возникнет. В этот раз, увидев в фокусе, что выходит в феврале две новиночки. Первая новиночка женская – это Avon Eve Become. Ив – это тоже целая линейка парфюмов у Avon. Очень вкусная линейка. По-моему, ни одного нет аромата, который бы мне там не нравился. Я, увидев очень красивый флакон и интересные, довольно интересные ноты в этом парфюме, я решила его заказать. При этом была полностью уверена, что в следующем каталоге он наверняка будет, ну, дороже. То есть я не то, что просто познакомлюсь с ароматом, но я еще и выгодно с ним познакомлюсь. Я, конечно, себе его заказала. И когда мне пришел этот аромат, получается, мне пришел мой заказ, я первым делом посмотрела каталог новый, февральский. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что ничего подобного. Аромат стоит, во-первых, не дороже. То есть в обычном каталоге такая же цена, по которой я заказала его в фокусе, январском фокусе. И плюс ко всему, в феврале очень интересное предложение именно на данную новинку, именно на данный парфюм. При покупке этого парфюма, сейчас страничку прям найду, вам покажу, при покупке него вы можете получить подарок всего за 1 рубль. Вот как раз это предложение на самой обложке нового каталога. Набор за 1 рубль. Сейчас прям открою эту страничку, она самая-самая первая. И вам покажу. И вот получается, смотрите, цена получается 1799. Цена данного парфюма, покупала я его по фокусу тоже по этой цене. И в подарок, получается, вы можете получить всего за 1 рубль вот такой замечательный набор, в который входит парфюмерная вода Avon Eve Become, 10 мл, жидкая подводка для глаз Суперакцент и губная помада Леди. Представляете, за 1 рубль можно вот такой шикарный наборчик себе еще приобрести. Да, это было очень неприятно, потому что, ну, я здесь в действительности прогадала. Я для себя сделала выводы, что, ну, как мне, по крайней мере, вы знаете, показалось, что это какой-то обман. И никаких сейчас выгодных каких-то предложений, акций именно для представителей абсолютно нет. Получается, что вы работаете, ну, просто за какой-то такой минимальный процент, и встает сразу вопрос, вообще стоит ли этим заниматься, честно говоря, потому что процент действительно небольшой от заказов, да, помимо того, что это постоянное общение с клиентами, тебе нужно отправить каталоги, отвести заказы, тебе нужно собрать заказы, пообщаться с клиентом, ответить на его вопросы, и при всем при этом заплатить за доставку. Я думаю, все это тот процент, наверное, который мы получаем, как представители, эту разницу, ну, этого очень мало, как мне кажется. Был один важный момент, то, что мы могли действительно по хорошим скидкам себе какие-то продукты брать. Возможно, потом кто-то кому-то перепродавал их. Я обычно просто их дарила. И у меня, как вы понимаете, есть канал. Я часто устраиваю там конкурсы. И, соответственно, вот эти все подарочки или выгодные какие-то предложения, которые я использовала, я очень часто использовала именно в качестве подарков. Но в данном случае я понимаю, что быть представителем абсолютно невыгодно. Абсолютно. Я думаю, что, ну, у меня сейчас вопрос действительно встал прям ребром, так скажу, заниматься ли этим дальше. Потому что вот такого обмана, вот такого неприятного чувства от того, что я увидела, и от того, что поняла, насколько я вот сама накололась, ожидая, что, ну, не может Avon в данном случае подставить меня и сделать так, что выгоднее предложение будет именно в февральском каталоге, а не в фокусе, я не ожидала. В
Вот такая неприятная история. Это я сейчас пока рассказываю про женский парфюм. Давайте тогда уж сразу вам покажу мужской парфюм, и потом мы уже их с вами вскроем. Практически та же самая ситуация возникла и с мужской новинкой. Это Full Speed Electric. Это новинка февральского каталога. Я ее покупала за 1399 рублей по фокусу для представителей. Кстати, цены, как вы, наверное, уже успели заметить, я все всегда подписываю в левом нижнем уголочке по текущему каталогу на момент моего заказа. И сейчас давайте в каталоге тоже найду вам это предложение, чтобы вы поняли, почему я чувствую себя настолько обманутой. И вот теперь посмотрите предложение февральского каталога. Набор из этой туалетной воды и шампуня-геля для душа в 250 мл стоит 979 рублей. Я отдала 1400. Только за одну эту туалетную воду, за одну эту новинку. Вот неужели это правильно с точки зрения руководства Avon ставить в фокусе на знакомство с новинками для представителей такую цену, что она станет чуть ли не в два раза невыгоднее, чем цена в каталоге. То есть обычный покупатель сейчас ее может приобрести на 400 рублей дешевле, чем приобрела я как представитель. И плюс еще получит в подарок вот такой вот шампунь-гель для душа. Что вы на это скажете? Мне очень интересно послушать ваше мнение. Возможно, это было и раньше, но как-то я не замечала, я не акцентрировала на это внимание. То есть не изучала, наверное, подробности, не копалась в этих документах, которые приходят обычным заказом. Сейчас они вообще не приходят, это все приходит на электронную почту. Но в этот раз меня прям заинтересовало, потому что я намеренно брала эти два парфюма и брала с мыслями, что это, во-первых, должно быть обязательно очень выгодно, во-вторых, я познакомлюсь с новинками, смогу вам в обзоре на заказ о них рассказать, и, ну, все желание прям честно отпало, Я не знаю, что еще сказать, у меня просто сплошь такие негативные эмоции идут, мне очень и очень неприятно. Возможно, очень буду надеяться, что кто-то из руководства, либо каких-то значимых лиц, кто руководит компанией, они посмотрят, возможно, мой обзор, либо кто-то еще из девочек тоже что-то подобное снимет, если попали в такую ситуацию, и, возможно, что-то поменяется, потому что это, ну, по мне, это очень и очень неправильно, так быть не должно. Представители должны по умолчанию обладать более выгодными предложениями, иначе мы просто покупать не будем. Зачем я буду покупать эти новинки для того, чтобы знакомить своих клиентов с ними и переплачивать за них? Зачем это я делаю? Я не себе всю сумму забираю за заказ. Я беру себе маленький-маленький процент, и мне это просто невыгодно становится. Ну ладно, давайте попробуем негатив немножко убрать в сторону и познакомиться с самим ароматом, вернее, даже с самими ароматами. Давайте начнем с женского. Avon If Become. Найду сейчас тоже нотки. Давайте пока я его вскрою. Сделала это за кадром, чтобы не шуршать в камеру этой пленочкой. Коробочка, конечно, очень и очень красивая. Помимо этого, здесь, конечно, должен быть очень и очень красивый флакон в виде бабочки. Давайте аккуратненько его достану. Да, флакон, конечно, просто потрясающий. Сейчас уберу коробочку и посмотрим его поближе. Вот таким образом выглядит флакон. Очень и очень красивый. Повторюсь, что флакончик сделан в виде бабочки. Я давно такой красоты у Avon не видела. И действительно мне нравится. И в данном случае я делаю акцент на том, что к разработке самого флакона подошли с огромной фантазией и сделали его действительно потрясающе, просто красивым. Крышечка тоже очень красивая, все как будто бы не из стекла, как будто бы из хрусталя. Все вот так вот переливается. Очень красиво выглядит флакон. Просто приятно его держать в руках. Давайте сейчас я его протестирую, нанесу на себя. Давайте посмотрим, будут ли холостые пшики. Я все снимаю вот сейчас пока без монтажа, чтобы вы прям видели. Да, вот они, холостые пшики идут, и потом уже пошел парфюм. Сейчас нанесу его на запястье и послушаю. Так, я уже первое впечатление сложила. Очень приятный аромат. Иногда бывает, что аромат бьет в нос какими-то резкими, такими невкусными даже нотами, некрасивыми нотами. Но здесь с самых первых нот они немножко, конечно, рисковаты, именно по первым секундам. Но все-таки они приятные, они довольно красивые и здесь явно фрукты и явно какие-то
розовые цветы. Пирамида всегда в каталоге указана очень скудно, если честно. Если мы посмотрим фрагрантику, то там наверняка будет указано больше, но данного аромата. Но по каталогу, сейчас вам посмотрю и скажу. Здесь у нас персиковый нектар, аккорд бабочки и кедр. Очень заинтересовала меня нота аккорд бабочки. Очень хочется прям непосредственно с этой нотой познакомиться. Но абрикос здесь чувствуется, да. Абрикос, спелый абрикос и вот это вообще все семейство косточковых, персик, нектарин. Это все прям очень красиво так благоухает, по крайней мере, вот на мне очень красиво аромат раскрывается. Возможно, здесь вы можете уловить также аромат кураги, то есть это подсушенный абрикос. Очень приятный, очень сладкий и сладкий не до приторности. Здесь нет вот каких-то сладких слишком цветов или сладких слишком фруктов, типа клубники, типа земляники или вишни. То есть он сладкий, но при этом, может быть, это кедр. Он как раз-таки дает некую горчинку, не кислинку, а именно горчинку дает аромату и позволяет ему не быть слишком заслащенным, не быть слишком таким приторным, слишком медовым. В таком понимании, что это слишком сладко и слишком попослепательно, вот так скажу вам. Надеюсь, вы меня поймете. Интересный аромат, достойный аромат. Это парфюмерная вода, и я думаю, что держаться он будет хорошо. Я его вскрыла, естественно, я его никому продавать, отдавать не буду. Он появится в моей коллекции. Я очень рада, что он у меня есть. Но, повторюсь, хотелось бы его приобрести по более выгодной цене, либо как минимум с хорошими подарками, как это делается в февральском каталоге. Ну и теперь давайте мы с вами разберем вот этот парфюмчик. Это у нас туалетная водичка Full Speed Electric. Я вам говорила, что чаще всего, конечно, у меня берут стандартный вариант, но вообще другими Full Speed'ами тоже не брезгуют. И тоже периодически у меня в заказах появляются. У них очень широкая линейка, очень много ароматов. Есть более резкие, есть более такие нежные, более морские. Но все они очень и очень хороши. Давайте сейчас тоже за кадром вскрою, чтобы не шуршать вот этой пленочкой. И я его за кадром и достала из коробки, потому что одной рукой его было бы очень проблематично достать. Вот такой флакончик, это их стандартный флакончик. Они только меняют, получается, цвета самих туалетных водичек и цвета вот этих крышечек. Ну и здесь иногда тоже бывает другого цвета вот эта надпись. Флакон тоже довольно, между прочим, интересный, обращаю ваше внимание, необычный и притягивающий внимание, притягивающий взгляд. К нему хочется прикасаться, его хочется трогать, и он довольно действительно такой интересный по своему дизайну. Давайте сейчас тоже открою его, посмотрим холостые пшики и, конечно, тоже его нанесу на свое другое запястье, посмотрим, как он будет благоухать и чем будет благоухать. Крышечку я сняла. И вот так выглядит аромат без крышки. И давайте посмотрим холостые пшики. Да, вот они идут, холостые пшики. И теперь уже сам аромат. Ну что, я его нанесла на себя. Он резкий. Ну, это мужской парфюм, это сразу чувствуется. Но он, опять-таки, резкий, наверное, по какому-то первому звучанию. Здесь есть зелень. Причем пирамида опять в каталоге описана очень и очень скудно. Электрический аккорд. Вот в этот раз нас удивили нотами. Да, здесь у нас аккорд бабочки, здесь электрический аккорд. Также здесь есть масло куркумы и ветивер. Я не знаю, что именно из вышесказанного так пахнет, распространяет такой аромат. Но здесь явно аромат зелени, свежей зелени. Не лесной, а именно вот такой свежескошенной зелени. Потому что, если говорить о лесной зелени, то могут примешиваться туда какие-то растения, цветы, именно лесные цветы, которые подслащивают этот аромат в воздухе. А вот здесь именно такая явная зеленая скошенная трава. Наверное, похоже, вы знаете еще на что, что прошел дождь. Есть какой-то морской оттенок тоже в этих нотах, даже больше похоже на оттенок влажности, как будто бы скошенная трава именно после дождя, после ливня. Очень вкусный, очень классный аромат. Вот сейчас вы знаете, на себе я его чувствую и могу сказать, что я, наверное, бы тоже с удовольствием его поносила. Потому что яркость, резкость, дерзость первоначально она проходит и остается вот это приятное. Зелень, перемешанная со свежестью,
с дождем, с мокрой землей даже возможно. Очень вкусный и довольно необычный аромат. Мне очень понравился. Я прям действительно осталась в восторге. Мне есть кому его подарить. Он у меня не будет лежать открытым. Он найдет тут же, вернее, уже нашел своего хозяина. Я уже ему сообщила об этом. И очень надеюсь, что аромат ему тоже очень понравится. И, ну, как минимум, он будет его с удовольствием носить. Ну что, друзья мои, на этом мой заказ подошел к концу. Рассказала, к сожалению или к счастью, очень эмоционально у меня получилось, потому что пока мне это чувство еще, чувство такой обиженности, обделенности не покидает. Поэтому вот как было, так вам все и выложила. Очень хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Возможно, кто-то не согласен со мной. Возможно, кто-то замечал подобные вещи, те, кто, например, тоже является представителем Avon, замечали это и раньше, но вот я, честно говоря, только-только столкнулась, только-только покопалась во всем этом и поняла, ну что вот какая-то есть все-таки в этом некая несправедливость. Но в любом случае здесь есть позитивная нотка во всем этом заказе. Во-первых, то, что он у меня есть. Во-вторых, то, что я познакомилась с двумя замечательными, потрясающими ароматами. Очень я этому довольна. Я в последнее время планирую развивать свой контент еще в такую сторону по направлению к парфюмерии. Хочу их изучать, хочу их покупать, хочу их обозревать. И, соответственно, новенький парфюмчик в моей коллекции, он мне не помешает, он меня очень и очень радует. Ну и появление новиночек у меня в коллекции дает мне возможность больше узнать про сами ароматы, про ноты. И, соответственно, есть возможность их послушать и поносить. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то не забывайте поставить пальчик вверх. Обязательно подписывайтесь. Обязательно жду под этим видео ваших комментариев. Мне очень хочется узнать ваше мнение по поводу заказа в целом и конкретно по той ситуации, которую я вам озвучила. Внизу будут ссылочки на телеграм-канал, на Яндекс.Зен. Пожалуйста, проходите, будем там вместе с вами общаться. Ну и на этом, наверное, все. Буду заканчивать. Всем еще раз спасибо, отличного настроения и всем пока-пока.